музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Галахов. Сегодня мы перенесемся с вами к самым западным границам российской земли. Свято-Никольский собор города Калининграда, 13 века. Он считается самой древней постройкой города. А с 1999 года – главным храмом первого православного монастыря в Калининградской земле. Ныне его именуют Матерью Церкви Калининграда. И множество людей приходят в него к святителю Чудотворцу Николаю, самому любимому святому русского православного народа. Хор Свято-Никольского собора и монастыря поет тропарь святителю Николаю. В 1985 году в городе Калининграде под амофором архиепископа Смоленского и Вяземского, нынешнего патриарха Московского всей Руси Кирилла, начала возрождаться духовная жизнь города и области. Калининградский городской совет народных депутатов, уступая настоятельным требованиям верующих, решил передать православной церкви то, что когда-то называлось Юдетенкирха, с прилежащей территорией, для ее восстановления и открытия в ней православного храма. Как вспоминал однажды, будучи еще и митрополитом смоленским и калининградским, патриарх Кирилл, когда я впервые приехал к этому месту, то о многом мне пришлось подумать. Как, какими силами, на какие средства восстановить все это? Но увидев горячую веру людей, их желание иметь храм, понял, что он будет воздвигнут. Работы по восстановлению храма продолжались еще 5 лет. В исполнении хора прозвучит еще одно песнопение «Единородный сыне» Петра Турчининова. Thank you.
самого начала среди православных калининградцев были те люди, которые желали всецело посвятить себя Богу. И так при Свято-Никольском храме в конце 80-х годов возникла небольшая монашеская община. И в 1999 году указом Святейшего Синода на его основе учрежден был епархиальный женский монастырь, первый православный монастырь на послевоенной новой российской территории Калининградской области. Первой его настоятельницей была монахиня Антонина Макеева. В настоящее время это главный храм подворья женского монастыря в честь иконы Божией Матери Державная, которая располагается ныне в поселке Изобильное Полесского района. А Свято-Никольский храм служит подворьем монастыря, в котором около 20 насельников во главе с настоятельницей игуменей Софией. Сейчас прозвучит тропарь всех скорбящих радости болгарского распева, переложение Попова Платонова. Особое место в жизни Свято-Никольского храма занимает церковный хор, который украшает службу в храме, создает молитвенный тон молящимся, помогает прихожанам молиться. Никольский хор был собран Галиной Афанасьевной Макеевой, а впоследствии монахиней Антониной. Это был первый церковный хор в Калининградской области. Сейчас он один из лучших в Калининграде. Его знаменитое звучание знают не только в России, но и за рубежом. Помимо основного служения в храме, хор занимается концертной и гастрольной деятельностью. В исполнении хора Никольского храма и монастыря послушаем сейчас духовный стих на пево Пюхтицкого Свято-Успенского женского монастыря «Мира заступница». Трудный час жизни, минуту страдания.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. На этом прощаемся. До новой встречи. Передача «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.